Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, как создать биткоин-кошелек. Собственно, расскажу, покажу. Решил создать на блокчейн-инфо. Естественно, чтобы не попасть ни на какой фишинговый сайт, необходимо точно знать имя, ну или адрес сайта. Сервис виртуальных биткоин-кошельков. И странно, почему-то включилось сейчас. Значит, Яндекс, называется. Алиса, да? Запущен в августе 2011 года. Сервис предоставляет по системе биткоин данные о последних транзакциях, созданных в блоках в блокчейне. Экономические таблицы, статистику и средства для разработчиков. Информация с сайта, ссылка ничего часто на него часто публикуются средства информации, ну и тогда и биткоин-форма. Ну вот, собственно, далее было вложено 30 миллиардов долларов, ну и так далее и тому подобное. Можете почитать. И, собственно, вот сам сайт. И, естественно, на него и заходим, и с помощью его сейчас будем создавать кошелек. И тут сразу же get a free wallet, получить бесплатный кошелек. Ну, далее вводим здесь адрес электронной почты, новый пароль, подтверждение пароля, все это вводим. И нажимаем галочку, сейчас я это все введу, и нажму продолжить, и покажу вам, что дальше.